начальник отдела экономической безопасности противодействия коррупции. Какое место планируете занять? Ну, как всегда, в жесткой середине, ближе к первому. Хозяева соревнований. Какое место планируете занять? Конечно, победное. Тула? Да, из Тулы. Это любому мужчине, в принципе, важно заниматься спортом, потому что мужской вид спорта – самбо. Дзюдо – это круто? Дзюдо – это круто. Самбо еще круче. А чем самбо круче? Какие отличия самбо от дзюдо, дзюдо от самбо? Ну, вообще идеология чуть-чуть разная, борьба чуть-чуть разная. Почему вы выбрали самбо? Не знаю, он как роднее, наверное. Ну... Роднее? Ну да. А президент Владимир Путин занимается дзюдо. Ну, начинал-то он самбо. Пермский край. Далеко летели? Сколько дорога заняла часов? Часов 23 часа. Устали? Силы на соревнования остались? Остались, конечно. А вам здесь равные есть на этих соревнованиях? Слушай, что-то... В самбо важна весовая категория? Весовая категория не важна, главное участие. Важно участие? Да. Но вы же всех поколотите здесь. Не я один. Ну, это основное оружие наших сотрудников. Потому что, будем так говорить, в городе применение оружия, сами понимаете, чревато. А самозащита – это один из способов устранить преступниками. Расскажите, вот как часто в жизни полицейского нужно применять приемы самбо? Приходится ли колотить преступников? Правильно задерживать. Все же знают сейчас свои права, все умные стали, интересные, грамотные. Надо грамотно его задержать и потом уже объяснять его права. Ничего не поломать. Все верно. Ни разу не колотили ни одного преступника? Нет, сейчас по закону нельзя. Ну вот с чего начинаются основы самбо? Покажите нам пару приемов, пожалуйста. Вам больно вот сейчас? Да. А вам его не жалко? Очень жалко. Я так понимаю, есть у вас броски, правильно, есть задержание, что еще бывает? Болевые приемы. Вот болевые приемы. Покажите нам, вот самый болевой прием можете показать? Конечно. Как? Болевой прием на колено, например, стоит. Что я делал, когда вот этот бросок? А, бросок. Ну, падайте же. Что я сделала неправильно? Бросок через плечо со стойки. Вы неправильно подвернулись, надо еще больше подвернуться, чтобы ваша спина... Вот, и на ногах немножко подвесить. Вот сюда, да? Да, вот, разворачивайте. Нет, в ту сторону я теперь как-то, разворачивайте. Я как-то даже ногу поставить. Раз, два, и вот так. Вот так вот.